первые дни Нового года не балуют табаляков теплом. Рождественские морозы особенно крепкие. Не успели школьники выйти с каникул, как погода вновь оставила малышей дома. Однако, по словам специалистов, потепление ждет нас уже к концу недели. Несколько слов о погоде в январе. Несмотря на то, что он начинается такой холодной погодой, в среднем он ожидается около нормы. Норма январская у нас 17 градусов, то есть в этих пределах мы ожидаем. По осадкам мы ожидаем около или чуть меньше нормы, норма у нас 23 миллиметра. Уже к пятнице столбик термометра окажется на отметке -13, -15 градусов, а значит, выходные можно будет провести на свежем воздухе.